Внимание! Если среди вас есть вегетарианцы, то простите меня заранее. Просто я сам люблю мясо и поэтому сделал это видео. Немецкая овчарка, британский кот, арабская лошадь. А знаете ли вы, что в Казахстане тоже вывели особую породу животного? И называется она казахская белоголовая. Или же казах акпас. Кстати, напишите в комментариях, как вы больше хотите, чтобы называли эту уникальную породу за рубежом. Казах акпас или казахская белоголовая. Но обо всем по порядку. Тысячи лет назад. Мы ведем кочевой образ жизни, и мы употребляем свое мясо. 500 лет назад. Мясо. Основное наше блюдо – это мясо. 70 лет назад мы вывели новую породу коров – казахская белоголовая. И мы обеспечим хорошим мясом весь Союз. 1990-е годы. Мы употребляем как наше мясо, так и привозное. В смысле привозное? Ну, своего мяса нам не хватает. Что? 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 Сейчас объясню. Казахи из древних времен вели кочевой и полукочевой образ жизни. А при кочевом образе жизни самое главное – это не лайки, не комменты, не подписка, которая так важна для канала сейчас. А самое главное – это скот и земля. Большая земля. Земля, где есть трава и вода. То есть кочевали туда, где скоту было удобно. Из-за этого есть понятие «кастау», «куктил», «жайляу», «кзил». «Кастау» – это место, где скот пасется зимой, «куктил» – весной, «жайляу» – летом и «кзил» – осенью. Но казахи также вели и оседлый образ жизни в крупных городах, как Тараз, Отрар, Тюркстан, Сайрам, Сарайшык, Имахья, Бозок и другие. Но о них в другой раз. Как я уже говорил, казахи вели кочевой образ жизни. Казалось, все идеально, и еда есть, и крыша над головой есть. Но случалось иногда кое-что страшное. Джут. Что ты сказал? Джут. Не говори это слово, это очень и очень страшное слово. А Волан-де-Морт можно говорить? Тут можно, в Гарри Поттере нельзя. Тут нельзя говорить джут. Действительно, джут это плохо. Джут это массовое падение скота. На это было несколько причин. Самая основная – зимний джут, который происходит от образования ледяной корки на поверхности пастбищ. Не все животные в состоянии разбить ногами эту корку, поэтому скотина гибнет от бескормицы. Бывает и летний джут, когда из-за отсутствия дождей трава на пастбищах выгорает, и скот вынужден мигрировать на большие расстояния, теряя веси и численности. Джут это очень страшно. Это в миллион раз страшнее, чем если вам выключат интернет на целый год. Это намного страшнее для народа, чем проигрыш Головкина. Да что там Головкин, это намного и намного страшнее, чем задержка зарплаты на год. Так, например, в 1890-е годы только в Тургасской области от джута погибло 1,5 миллиона голов скота. В таких тяжелых условиях в основном содержали овец, которые выносили и холод, и жару, а также лошадей и верблюд. Коров держали не так много, но коровы тоже были выносливы. Это, конечно, плюс, но они не давали много молока и мяса из-за кочевого образа жизни. Решили эту проблему в 20 веке. Для решения этой проблемы взяли мясистую породу коров Герефорд, которых привозили сначала из Англии и Уругвая, а потом с Канады и США, и скрестили с нашими. Вы спросите, почему просто Герефордов не пригнать и не оставить тут? Так вот, иностранный скот не выдержал бы наши условия содержания. Так, местный крупнорогатый скот очень вынослив и быстро восстанавливается после зимы. Но мяса все равно мало, а вот у Герефорда много мяса и молока. Получается, если их скрестить, то должен получиться тот скот, который выдержит и холод, и нашу кормежку, и будет мясистым. Да, ура, у нас получилось! Вау, еще и очень вкусное! Таким образом вывели особую породу, казахская белоголовая, которая выдержала все погодные и пастбищные условия, плюс была мясистая. Тебе не холодно? Нет, здесь я в маму. Мне не холодно. Мама гатарткам. Охо, какой ты большой. А здесь я в папу. Я большой и мне не холодно. Папа гатарткам. Выводить этот вид активно начали в 1930-е годы. А в 1950-м официально дали название новой породе. Казахская белоголовая. И этот вид сразу начали распространять по всей стране. Качество мяса новой породы также улучшалось. Оно отличалось лучшим качеством, хорошей мраморностью, равномерным наслоением внутритканного жира и умеренной нежностью волокон. По вкусовым же качествам она была призвана первоклассным. Подожди, если вывели отличную породу, то почему в 90-е мясо стало привозным? Сейчас объясню.
Что не так? Вначале все было прекрасно, но в период между 1951 и 1964 годах животноводство Казахстана было переориентировано на молочное направление. Для того, чтобы закрыть план сдачи молока, многие племенные хозяйства проводили скрещивание перспективных мясных бычков с молочными породами. Но с 1964 года все снова вернулось на свои круги. Численность казахской белоголовой росла и в 1990 году достигла 1 миллиона 200 тысяч голов. Вот видишь, все хорошо, а ты меня пугал. Но потом произошло ведь это. 1991 год. Так, союз развалился, теперь как жить? Кто будет зарплату выдавать? Кто будет план давать? Что будем кушать? Какая красивая идея! Вкусно. Да, тогда Советский Союз только развалился, и была разруха целой системы. Прикинь, живешь себе по одной системе, и бац, все меняется. Хей, привет, это твоя корова? Да. Поменяешь на рис? Поменять? Нет, у меня просто план... Хотя... Сейчас же нет плана, то есть я могу сам по себе менять? Да, я меняю. Таким образом, казахской белоголовой становится намного меньше. Насколько меньше? Если к 90-му году их было 1 миллион 200 тысяч, то к 2010 году осталось всего 75 тысяч. А что дальше? В 2010 году численность была 75 тысяч. Но затем создается Республиканская палата белоголовых, и уже в этом году их численность достигла более 360 тысяч. Тот год, когда у казахской белоголовой юбилей – 70 лет. Уникальность и важность данной породы настолько, что даже есть Республиканская палата казахской белоголовой, которая занимается не только селекцией, но и продвигает данную породу в массы. У них есть и сайт, и странички во всех соцсетях. Прикинь, очень приятно удивило. История казахской белоголовой похожа на какой-то голливудский блокбастер. Их создали, чтобы сделать мир сытнее. И они делали мир сытнее. Пока. Пока не наступили 90-е. Их количество уменьшалось и уменьшалось, но все-таки они не исчезли, а даже начали размножаться. Выживший Хасан Ахбас. Вот такая уникальная мини-история для вас. По этой истории мы видим, что у нас есть чем гордиться и есть что развивать. Все только в наших руках. Только должен быть правильный подход. Спасибо, с вами был Тарих Малих. Адалдық берсін асына, амандық берсін басына. Пока-пока дей бермей, бердім бата соңында. Аумин.